Сразу 14 авиационных бомб времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Севастополе. Снаряды находились на территории Балаклавского и Нахимовского районов города. Вес опасных находок от 1 до 500 килограммов. Пиротехникам МЧС удалось обезвредить все взрывоопасные предметы за один день. Самую крупную авиабомбу весом 500 килограммов обнаружили в районе второго кордона Микензиевского лесничества. Там же была найдена и еще одна авиабомба СЦ-50, вес которой 50 килограммов. Из-за конструктивных особенностей и поврежденного взрывателя эти боеприпасы подлежали уничтожению на месте обнаружения. Благодаря грамотным действиям пиротехников при уничтожении этих двух бомб удалось избежать отключения линии электропередач, подающей электроэнергию в город Севастополь. А также максимально локализировать действия всех остальных поражающих факторов взрыва.